Станислав Воскресенский с визитом в 4-й городской больнице. Сюда в сентябре закупили новое дорогостоящее оборудование. Приобретен цифровой маммографический комплекс и видеоэндоскопическая стойка общей стоимостью 22 миллиона рублей. Это средство областного бюджета. Маммограф пока тестируют. А вот эндоскопическая стойка уже работает на полную мощность. С ее помощью проведено порядка 70 операций. Врачи отмечают и высокое качество визуализации, и широкий спектр возможностей для манипуляций. Прежнее и новое оборудование образно сравнивают с «Запорожцем» и «Мерседесом». Это самое современное оборудование, которое есть у нас в Луганской области для выполнения эндоскопических операций. Мы делаем эндоскопические холецистектомии, эндоскопические аппендэктомии, грыжесечения, диагностические лапароскопии. Ну, полный комплекс операций, которые возможно выполнять в условиях общехирургического отделения на этой стойке. Мы все делаем.